Итак, всех приветствую. В общем-то, мы идем куда-нибудь. И я подумал, да, мы можем грейдить его. На самом деле, просто мы не прокачали вот эту штуку. Так, а чё новое? Тут новое что-то появилось. Дополнительные сборы, что-то там, уровень 26 и 26, подбор золота. Что? Дополнительный опыт? А, он, по-моему, здесь был. Перезарядка вроде бы уменьшилась, и все шансы увеличились. Ну, в общем-то, да, теперь нам придется собирать еще больше золота. В общем-то, полная жопа. Полная просто жопа. Как легко в этой игре, короче, просрать все свои деньги. Нереально просто легко. Ответ такой. Так, смотрим. Ну, вроде бы, кстати, отреспавнилась чакра вся эта. Я не пойму, она респавнится или не респавнится. Сохранить и выйти. Раз. И заново. Это долговато. Нифига не респавнится. Это нужно именно выйти из игры, тогда оно будет респавниться. Ну, в общем-то, я думаю, нам нужно в подземелье испытаний пойти. Наверное, с бабу, кстати. И, кстати, нужно нам еще прогрейдить кое-что. Сейчас мы это сделаем. О, тут, кстати, нам сразу дают... Палата свежевания. Забавно. Значит, игра. Скорость игры. Я клянусь, что видел, как стены оживали там. Может, мы можем немного присоединить. Что? Может, мой мозг немного присоединился к вам? Что, блин? Это странно. Его мозг присоединился к нам. Окей. Перевод, конечно, так себе. Так. Двадцать седьмого уровня скелеты. В общем, ну, мы не так уж и плохо справляемся, если подумать. Если учитывать уровень, опять же. У него что этот? Сталгримовое оборудование, как у этого. Как в Скайриме. Синий такой меч был. Так, ну монстров мы зачистили, а сундуки все открывать не будем.
по понятным причинам. Так, что это у нас тут? Талисман льда. Вообще, наш рюкзак, ну, в смысле, наше хранилище в городе, оно именно для вот этих и создана штука. Бамс, минус один. Вообще, смотрите, какой ужасный урон маленький. Очень-очень маленький урон. Нужно брать первое попавшееся дальнобойное оружие и им уже орудовать. Потому что мне это совсем не годится. Так, доспех наш повысился, да? Сила плюс один. Ну, конечно, офигенное повышение. Ничего не скажешь. О, торговец. Раз, два. И жезлов нигде не продается. Так, алтарь гнезд. Гнезд. Можно ли добавить куда-нибудь гнезда? Да, можно. Окей. Обожаю все эти алтари. Так, хватит. Хватит, хватит, хватит. Какой же он слабый по сравнению с этой птицей. Наш союзник просто кусок говна. Круто, птичка мне подтолкнула всякие ништяки. О, молоточек, отлично. Молотки нам нужны.
так. Ни хрена себе. Это что-то новое. Это была вот та сингулярность, что ли? Скорее всего, она. Еще один молоток. Круто, здесь много молотков. Но нам-то не... Мы-то рады не одними молотками. Так, еще уровень повысил. Ну, впрочем, это типично. Это все вполне себе логично и типично. Да уж, два ключа потратил на такую хрень. Так. Хочу фиолетовую шмотку, говнюк. Дай мне фиолетовую шмотку. Фиолетовая шмотка. Фиолетовая шмотка. Так, 708. Да. В общем-то, фиолетовые шмотки какие-то не очень, наверное. Так.
тут что-то странное происходит. Отлично. Что за зеленая хрень? Шанс выпустить рой при ударе 7%. А, стоп, мы ж не прокачали все полностью или прокачали. Ну, здесь-то мы прокачали, но параметры. Вот эти вот. Давайте все-таки увеличим немножко. Бамс. Ух. Кстати, неплохое заклинание вот это вот, сингулярность. Оно стягивает врагов к нам, чтобы нам легче было их. В общем, космическая магия очень крутая. Кто бы удивился этому. Это же космическая магия. Космос всегда крутой. Тунс, 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 турунс. И, кстати, у меня же там сундук, то есть я, в принципе, могу в сундук заложить кучу всяких вещей и потом их вытянуть из этого подземелья. Так ведь? Сколько ловушек. О, синий щит. Так. Ну что за синий щит? Шанс блокирования там. А это что? Защита 41. Окей. Блин, эти чуваки, которые яйцами кидаются. Пути, что ли, я не знаю. Отлично. Смотрим. Ну, предметы... Они все равно будут дешево стоить. Вот в чем вся проблема. Ну, хотя мне они симпатизируют, эти чуваки. Вот бы мне этот чакрам с вампиризмом. Вот это было бы круто. Но боюсь, такое не существует. Потому что это была бы читерная штука.
Так. Еще уровень. Сколько, блин, можно эти яйца свои плодить? Придурок, блин. О, уже на 20 ходов. Ну, когда-нибудь будет все это по 100, наверное. Когда-нибудь все это будет по 100 единиц. Вот уже на 200... Лечилка на 200 единиц у нас есть. Ну, щит, конечно, офигенный. 15% блокирования плюс улучшенное блокирование. Я не знаю, что делает улучшенное блокирование. Тут же ж нету никакой... Тут, может быть, есть, короче... Нет, тут же ж нету никакой мануала, что ли. Какие эффекты, что означают? Как они работают и так далее. Так, так. Интересно, что я стал гораздо втанкованнее. И мне от этого приятно, кстати. Повысился в ранге. Вроде это максимальный его ранг. Шанс сингулярности. Кольцо повысилось в ранге. Выносливость плюс 2. Так, уровень, конечно же. Так, что за кольца? 42, 43, жесть. Ну нет, в этом выживалке, в этой, легче гораздо, чем в обычном подземелье, в которое нас по миссиям посылают. Это я понимаю. Стоп, он птицу ударил, скелет этот. Круто. Учитесь. Чакрам. Может быть, он помощнее моего? 163 урона. Здесь 109, ну типа... Какие-то преимущества у него, по идее, есть. Однако забьем на них. Так. Какие-то странные проходы здесь, крайне странные. Ой, зачем я чакрам продал здесь? Нужно было его ждать и продавать в другом месте. Так, вот это продаем, вот это. Вот это, вот это. Вот это. Вот это.
Но мы еще не нашли спуска. В этом проблема. Так, у меня полностью заряженный жезл. Надо этим пользоваться. Бамс, так, и все. И колечко наше. Так, смотрим. Выносливость 1, защита 43. Где же тогда наш выход? Как далеко идет. Так. 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 Амулет. А вот и спуск вниз. Ух, слава богу, мы типа... Ой-ой-ой. Так, уходим спуститься. Почему мы спускаемся? Потому что я не хочу выполнять задание почистить, типа... Чтобы получить еще один уровень, нафиг мне это нужно. Блин, что я натворил? Так. Так. О, шлемчик. Фиолетовый аж. Сюрикены какие-то синие. Но мне не сюрикены нужны. Блин, это такой уровень. Ладно. Обезвреживание ловушек 70%. Смысл в этом? Не нужны мне ваши ловушки, чуваки. Процентов щита, кстати, у нас еще есть.
у Лорд Скелетон. Воевода. Бамс. Бамс называется. Щиток. Еще 419 уже урона. Аномалия тоже офигенная штука. Перегруппировка тоже повышаем. Здесь, значит, раз, раз, два, три. Чтобы было много урона. Здесь бы найти нам Тут выхода нет больше никакого, окей. А где же наш сундучело, в который мы можем что-нибудь поместить? Денежка. Ух. Вот почему мы не можем такую фигню делать, то есть сделать пол скользким, чтобы противники по нем скользили. А, вот и сундук, в который мы сможем положить самые такие интересные вещи. Какого фига мне никто не помогает, чуваки? Кто будет убивать этих говнюков? Почему ты убегаешь, дебилище? Ебаная. Телепортировался. Ну молодец, теперь танкуй. Так, можно, кстати, апгрейдить склад. Чтобы больше выносить, и это на самом-то деле очень полезно. Так, что у нас тут? Ну, вот это вот мы выносим, однозначно. Вот это мы выносим. Вот эти вот все подобные штуки мы тоже выносим отсюда. Молотки, конечно же, и наковальни. Это тоже все наше. Открывать сундук не будем, потому что там все равно ничего интересного нет. Ну и, пожалуй, на этом мы закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.